Музыкой великого русского композитора Сергея Рахманинова в Ульяновске открыли 79-й филармонический сезон. Симфонический оркестр губернаторский выступил под управлением главного приглашенного дирижера Фабио Мастранджело. Компанию им составила солистка Ева Геворгян, лауреат международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Восходящая звезда, 18-летняя Ева, активно гастролирует и дает концерты. Девушка признается, с ульяновским оркестром они моментально нашли общий язык. Здесь очень профессиональный оркестр, мы сдружились, и многие, оказывается, меня знали еще с конкурса «Щелкунчиком» и пообщались, как это было. Мне очень приятно был такой подход, и мы как большая семья. Новый концертный сезон посвящен 150-летию со дня рождения Рахманинова. Поэтому в первом концерте осени прозвучала рапсодия на тему Паганини и Первая симфония. Знаковые произведения разных этапов творческого пути композитора отразили особенности музыкального языка и стиля. Эту программу мы дарим нашим слушателям и посвящаем ее людям, которые любят музыку, которые черпают от нее вдохновение. Потому что музыка – это, конечно, безграничный язык, который объединяет народы, нации. И сегодня мы признаемся любви нашей публике Ульяновска, Ульяновской области и говорим «добро пожаловать на 79-й концертный сезон». Произведения Рахманинова будут звучать на протяжении всего музыкального года. На фестивале «Мир. Эпоха. Имена», который стартует 1 марта, симфонический оркестр исполнит первую оперу композитора Олека. Приедут в Ульяновск лауреаты первого международного музыкального конкурса имени Рахманинова. Анна Тищенко, Улправда ТВ.